днем смерти, дорогой Женечка. Спасибо, Ивана Анатольевна. Уже ровно год, как тебя нет в живых. Вы чудо! Здравствуй, Женечка. Вот пришла навестить тебя. Какая же ты все-таки прелесть, Дашенька. Какая же ты все-таки сволочь, Женечка. Я хочу, чтобы ты знал, если ты меня слышишь. Что? Не слышно. Хотя бы с могилы могла говорить погромче. Вот как все было на самом деле. Займемся. Нет. Давай сначала попоем. Ну давай. А что дальше? Песни. Агния, так ты его бывшая. Даша, ну я не бывшая. Бедняжечка, значит, с тобой он еще не успел. Понимаешь, если верить неофициальной статистике, то на 1/6 части суши у Новика было практически с каждой. Ну, кто. Как и мы с тобой, модельной внешности. Маруська, Пуська. Ох, Оксана. Еленка здесь. Помню тебя. И, Господи, сколько же у вас, а? Тоже к нему? Нет, я к другому. А что у вас с голосом? Болею. Вы его мама? Я его не мама, я... Вы соболезны. Идемте. Это мама. Говорить, перезвоню. Туристическая компания «Отдохни, Ко». Здравствуйте. Доброе утро. Новая кофточка. Идет. Que vista. Евгений Александрович, а вот документы. Марина, я занят. Пытаемся найти угол наклона. Данька, но... а что если про по голландскому контракту? Кукушкин, ну подожди, не мешай. С корицей и... Барбарисом. Барбарисом. Лида страховая отказывается удовлетворять. Страховая, это фамилия?
Нет, это компания. Ты? Кто-кто, Новиков? Послушай, я считаю, что наши личные отношения не должны сказываться на клиента. Олежек, здорово. Здорово. Ты что такой бледный? Извини. Да это... Я травился вчера в суши-баре. Валерчик, здорово. Я уж не надеялся увидеть тебя живым и здоровым сегодня. А что со мной случилось? После вчерашнего матча нашей сборной я думал, ты на себя руки наложишь. Значит так, друзья, я надеюсь, наш договор остается в силе. Сегодня в 12:00 общий сбор. Женя, Олег, в 10 жду у себя. Есть разговор. Лев Михайлович! Лев Михайлович! А что за сбор? Кто в курсе? Понятия не имею. О, у шефа увидимся. Слушай, Жень, мне Кристина позвонила. Отпустишь на часик, а? Ну что мне с тобой делать, Анна? Ладно, впрягайся, Ермо. Спасибо. Но помни, самолет в 16:05. Опоздаешь, твоя бэха превратится в тыкву. Женек, послушай, Кристине это не понравится. Она мне не разрешит, не отпустит. Я не могу. Она меня убьет, Жень. Вану, ты меня удивляешь. Это же твой мальчишник. Власть женщины для мужчины велика, но не безгранична. И именно мы, мужчины, определяем эти границы. Кукушкина, закрой уши. В браке люди борются за моральное превосходство. Угу. Так нанеси удар первым. С ума сошел? Я не хочу с ней драться. Я ее любить хочу. Я не хочу. Женщина – это соблазн. Устоять перед которым, конечно, сложно, но можно. И делать это надо так, равнодушно. Иначе потом они об тебя ноги вытут. Посмотри на них. Они, конечно, марсианки, но обучаемые. Будь хозяином положения. И самое главное – греши. Но делай это свободно. Я совсем забыла, какая-то девушка из нашего филиала просила передать вам это. Ого, весомо. А сама девушка как? Стоящая или весомая? Девушка? Да. Хорошенькая. Но я думаю, тебе не по зубам. Что? Да, кстати, она просила назначить тебе презентацию на сегодня. Что нам мешает быть хозяевами положения на даче? Дача – это тяжкий труд. Я предлагаю новое направление, развивающее внутренний туризм, проект «Дача без труда». Дачи сдаются по доступным ценам всем желающим. Обслуживание участков и садоводство оставлено на местных жителей. Интересно. Как следствие, увеличение количества рабочих мест и освоение заброшенных земель. То есть проект можно выдвигать на господдержку. Одним словом, вы просто отдыхаете. Мам, и... знаю, ты любишь меня за честность, но это ужасно. Да? Ну, твоя идея просто супер. Если на дачах не работать, ну, это лучше демографии. Это как же? Мой друг и сосед Пашка говорит, что ему родителям некогда родить ему брата, потому что они все свое свободное время на даче грядки копают. Ну, а в целом тебе как? Ну, а в целом, мама, так нельзя подавать идею на мировой рынок. Это катастрофа. Давай я тебе напишу речь, а ты ее просто выучишь. И будешь говорить четко, ясно, громко, как на экзамене. Идет? Ты мой самый лучший друг. Давай сделаем так. Я сама себе напишу речь и выучу ее. Договорились? Да, идея, конечно, оригинальная, но не для нас. Пап! Пап, ты, а ты куда? А кто со Степкой с больным посидит? Да? А ты когда рожала, о чем думала? А хрен с ним, если что, дед посидит, да? Нет, у меня сегодня, сейчас заседание автоклуба. Все я сказал. Готов поспорить с дедом, рожая меня, ты не думала. Ай, хрен с ним, ты вообще ни о чем не думала. Мыслительная деятельность не женское занятие. Я думала о том, как же сильно я тебя люблю. И чем дальше, тем сильнее начинаю любить.
Вот он, пример женской логики. Думать и любить – это две разных функции. И даже разные полушария головного мозга обрабатывают. Милый мой, прости меня, пожалуйста, что я тебя не покормила. Ну, еда на плите, ты только плащи горло, пожалуйста. Не волнуйся, мам, я взрослый и обещаю полоскать горло каждые полчаса. Почему не работаем? А сына, значит, дома с ангиной одного кинула. Ты не мать, а кукушка. Папочка, я ведь не на свидание иду, а на работу. Да, мне не повезло с мужем, но я не жалуюсь. И тяну, между прочим, и Степку, и ипотеку, и тебя. Ты мне это брось, я тоже работаю. Точнее, только я один и работаю в этой стране, семье. А ты карьерой занимаешься, бизнесменша! В советское время женщина успевала и детей воспитывать, и пользу родине приносить. А сейчас отец вообще не указ. И ты что мне тут устраиваешь? Извините, опоздал. Ну а чё ж ты опаздываешь-то? Мы вот сидим, понимаешь, тебя ждем. Так, дела, Лев Михайлович. Наглец. Вот как он начальству отвечает, а? Дела. Возомнил, брат. Важная птица. Еще какая важная птица? Ну, садись, птица. Складывай крылья. Ну, а как же? Вы генеральный, а я ваш зам. Поэтому я уже давно не опаздываю, а задерживаюсь. А скажи мне, как так получилось, что ты был абсолютно никем, а стал почти всем? Характер пробивной. И все? Ну, а разве не я сделал тебя крутым парнем? Нет, Леонид Михайлович, вы дали возможность. А я и мудро воспользовался. А, ну да, я. Да, ты взял. Не я так. Кто-нибудь другой дал бы, а ты бы взял бы. Видишь, а ты говоришь по-дружески, речка. Тут вот едва зазеваешься, уже нож в спине торчит. Да ну что вы, Лев Михайлович, Женька, он же вам благодарен за все, как и я. Ладно тебе, я шучу. Ну, теперь от шуток к делу. Старею я, видимо, парни. Хватка уже не та. Ну, мозгов, конечно, у меня еще хватает для того, чтобы это осознать. Это первое. Второе. Я, наверное, скоро женюсь. Вау! Смело. Да, семья и бизнес, как говорится, две вещи несовместные. Партнеры момента не упустят. Значит, подходит время передачи власти в молодые руки. Женька, а ну-ка налей-ка. Вероятно, было бы правильно, конечно, наедине встретиться с тем, кого я выбрал. Но я решил, позову вас обоих. Все должно быть абсолютно прозрачно, абсолютно честно. Олег. Да, Лев Михайлович. Без обид, Олег. Я решил передать управление компанией тебе. Что скажешь? Спасибо. И все? Большое. Нет, ну, разумеется, право совещательного голоса останется за мной и определенный пакет акций тоже. Теперь что скажешь? Правильно. Жека, поздравляю. Ну, поздравлять-то еще рановато. Пока что я у руля. Но тебя, Олег, я тоже не обижу. Ты займешь место Новикова. Будешь зам генерального. По-моему, совсем неплохо. Да, тоже смогу не опаздывать, а задерживаться. Поздравляю. Соберись, соберись. Ты знаешь, что делать.
Я вот подсунул Алтухову финансовый отчет. Это займет его на некоторое время. Хотя, может быть, это ему не покажется увлекательным чтивом. А вы что за прикрытие? Ой, что такое? Дача без труда. Какая-то ненормальная придумала, как поднять неподъемное. Я изучил, чушь, конечно, полная, но мы сделаем вид, что именно над этим важным проектом мы сейчас работаем. Смотри. Ой, тут бабы. А ведь кто-то на них женится, смотри. Ну что? Господа, скидываем пиджаки. Походим, драгуны. Я смотрю, вы собрались работать. Ну, естественно. Угу. Вот над этим шедевром мы сейчас и работаем. Кстати, отошли авторши отказ. И если нас будут спрашивать, ты знаешь, что говорить. Ну, конечно. Они оставили пиджаки, а сами уехали. А нет. Нет? Ну, тогда, наверное, они где-то здесь. Вот же их пиджаки. Дай поцелуй. Не надо. Ну, дай поцелуй. Не надо. Ну, смотри. Лучше будьте моими должниками. Все. Париж, это же романтика. Bon voyage. Нет, я там не была. Но вот вы съездите по нашей путевке и обязательно мне все расскажете. Да, до встречи в филиале Отдохнико. Даш, вот я живу за городом, мне добираться 1.5 часа, и я не опаздываю. Ты опять своих мужиков обслуживаешь? Была бы ты моей подругой, я бы тебя ни за что бы не простила. И вообще, была бы я на твоем месте, я бы давно их всех бы построила. Тебе очень легко говорить, когда живешь одна в загородном доме. Кто такая Сергеева А.В.? Не знаю. Кто эта женщина? Что случилось? Она завернула мой проект. Какая ты Сергеева А.В., когда я лично отправляла все это Евгению Новикову? Лично через помощницу? Уже сегодня должна была быть презентация. Что у них произошло? Так, подожди. Пообещай мне, пожалуйста, что ты не будешь делать глупости, хорошо? Послушай, я должна во всем разобраться. Даша, я уверена, они даже не открыли Даша, его. Даша, нам не надо ссориться с начальством. Ты помнишь это? Вань, вообще-то красный был. Нет, там мигающий желтый, я видел. Вань, ну ты можешь в нормальном ряду ехать? Ну? Кристина, давай так, я за рулем, я буду решать. Да. Вань, ты что, будешь по телефону за рулем разговаривать? Кто это? Да, Жень, привет, слушай. Да нет, что ты, Новиков. Подожди. Слушай, нет, я сегодня не приеду. Смотри на дорогу. Да. Жень. Дай мне сюда. Алло. Здравствуй, Новиков. Да, это я. Послушай меня сюда, оставь его в покое, дай нам спокойно подготовиться к свадьбе. Как он меня бесит. Вот, этого стоило ожидать. Ну, потому что я тебе говорила. Вань, ну я тебе говорила, не надо разговаривать по телефону за рулем. Вот сколько раз я тебе говорила, Вань, не разговаривай по телефону. Ну, не надо. Второе стоит в Эрмиску трассе, потому что много Здрасте. Что-то. Да что я вообще нарушил? Вань, ты не знаешь, что ты алкоголь не употребляли? Нет, не употреблял. Простите, пожалуйста. У нас завтра свадьба, мы очень спешим. Нам еще туфли надо... Нам туфли еще надо купить. Пойдемте. Вань, вот я так и знала, вот я так и знала, что какие-нибудь проблемы сейчас будут, да? Это вы зачем? А чтоб дёру не дал. Знаете, я как-то не собирался. Замерз, пока ждал. Все-таки адская у них работа. Дураки, что ли? Ну что, погнали? Не-не-не, куда? Она меня убьет. Вань! Нет. Новиков! Ваня, стой! Стой! Черт! Ваня! Новиков, ненавижу тебя! Уходите меня, подождите. Извините. Стрельцов Олег Витальевич, у вас паспорт просроченный, в курсе?
пора. Извините. Алло. Да нет, не лечу. Неважно почему. Ну, по крайней мере, останусь и тебя проконтролирую. Слушай, я тебе плачу большие бабки не для того, чтобы выслушивать твое нытье. Сегодня же Мастрояне должен позвонить Новикову. К этому времени сайты должны быть готовы. Понял? Тебя особенно. Не знаешь, что такое калории. Мне нужна Сергеева А.В. Есть среди вас такая? Да, это я, простите. Ничего страшного, вы дожуйте свой пончик и объясните, чем же вас не устроил мой проект. Понимаете, ваш проект чудесный, и мне он очень понравился. Но, к сожалению, начальство его завернуло. Сам Новиков. Сам Новиков. Он здесь? Нет, его сейчас нет. Он... В министерстве. Он уехал в министерство, да. Прекрасно, я его подожду. Я бы вам не советовала. А я подожду. Вано, да что ж ты за урод-то такой, а? Что ж ты все смсишь? Отдай. Подожди, посмотри, лучок и девчонки кругом ходят, а? Идешь, отдай. Этот тоже второй урод, а? Что? А, вот он телефончик. Второй урод. Отдай. Как можно было паспорт не сделать? Слушай, Стрельцов, а? Договорились. Сделай. На мальчишку. Да, отдай ты сюда. Не надо было мне вообще с вами. Надо было убежать в аэропорт. Мы точно обиделись бы тогда. О, вы слышите, нам нужны ломбардчики. Получится? Нереально. Интересно. Пара колес. О, спасибо большое. Я сейчас приду. Да. Ты жених. Девчонки, привет. А можно с вами сфотографироваться? Правда, очень нужно поговорить с ним. Знаете, мне ваш проект очень понравился. Я думаю, что он будет в восторге от проекта. Так что звоните. Меня не выдавать. Ни в коем случае. Спасибо, вы меня спасли. Ну, это еще неизвестно. А где все? Ни Новикова, ни Стрельцова найти не могу. А они где-то здесь? Где-где-то? Где именно? Ну, пиджаки в переговорной. Ну что, за тех, кто в море. Точнее, на море. Слушайте, ну Стрелец, конечно. Ну как можно было паспорт профукать перед отлетом? Договорились же, у него просрочен. Это еще гадко телефонный подход. Слушай, ну хватит, может, у него какие-то личные трудности. Да ладно, трудности. Я знаю, какие у него трудности. Трудности у него – это работа, жить на работе, спать с работой, а ночевать под работой. Си. Си, си. Да, сеньор Мастрояне.
Меня предупреждали, что вы позвоните. Присылайте. Я все изучу и свяжусь с вами. Да, сеньор. Большое спасибо. Настроение-то кто? Да итальяшка. Владелец агентств хочет нам итальянские отели сосватать. Алтухов обалдеть. Смотри же, поаккуратнее с этими итальяшками. Да ладно. Так же, как твои. Моя беленькая. Твоя беленькая. А моя Кристина. Кристина – это не крест. Крест носит вот здесь, на груди. Я сейчас. Ну, кто-нибудь сделает нам коктейли? Я могу. Вы опять эти папарацци. Ну, папарацци не папарацци, а... Ой, так это же я. Пойдем потанцуем. Ж какой шустрый. А как же Марк? Сначала я изучал поверхностное натяжение воды, а потом увлекся маятником. Дорого мне твоя наука обойдется. Вот если вся эта вода к соседям протечет, кто будет потолок чинить? Страховая компания. Ага. Эти страховщики, жулики, у них только на рекламе. Коммунизм. Все на тебя повесит. Проводочка где-то на трешку. Обои на десятку, как минимум, еще... Папа, еще ничего никуда не протекло. А вот когда протечет, поздно будет. Потому что за сыном не следишь. Понимаешь, шляешься, черт знает где. Мама на работе была. Как все, прекратить выяснение. Ты вообще больной, что ты тут делаешь? А ну-ка в кровать. Иди сюда. Иди сюда. Лови. Только и не мешайтесь мне тут. Пипни меня, сейчас сразу клизму поставлю. Все, папа, ты тоже не выходи, пока я все не уберу. Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Дарья. А вы меня не знаете, но... Ну, уже интересно. Но мне кажется, что вы преждевременно мне отказали. Отказал? А где это? Каким образом? Я вас где-то... Где-то я вас видел. Нет, но вы видели мой проект «Дача без труда». А, «Дача без труда». Да, слышал. А давайте встретимся... с вами завтра в 10:00. А, вот ты где. А я тебя по всему отелю ищу. Да? А я здесь. Да я вижу. Смотрю, ты время неплохо проводишь. Да, Владимир, ты не то, что ты думаешь. Да я не думаю, я вижу, вижу. И о, это он ко мне приставал. Я... Сволочь. Слушай, Марк, это не то, что ты думаешь. Я же из приличной семьи, ты же знаешь. На тебе это никак не отразилось. Марк, ты... Марк, ты что? Марк, это не важно. Ну, подожди, ну не бросай меня, ну, Марк! Ё-моё, самолет проспали. Ну, подумаешь, самолет. Ну, ладно, это... Лиза. Лиза, наладится у тебя все с твоим... Угу. Марком. Марком.
все объяснять, я ж не умею врать. Что именно, Вано? Женя-то она все чувствует. Она все знает, она меня будет пытать. Поговори с ней, а? Вано, подожди. Давай, давай. Так она же с тобой хочет говорить, а не со мной. Давай. Ты дурачок. Привет. Привет, привет. Крис, я на море. На море. А еще мы проспали самолет. Нет, какие девки, Кристин. Если бы ты вот видела бы сейчас все это своими глазами, ты бы... Что я бы? Ты знаешь вообще, что у нас сегодня свадьба или нет? Ты помнишь про это, Ваня? Здесь... Так, хорошо. Что ты там завис вообще, не пойму. Здесь просто чудесное место. Алло. Слушайте, я вам хочу сказать, на барной стойке, конечно, очень тяжело спать просто. Почему на ней? Понравилось? Понравилось, да. Мы с барменом все футбол обсуждали, а потом я вырубился. Слушайте, а никто не знает, когда у нас ближайший рейс на родину? Да. Не знаешь? Не, я-то знаю. Ближайший рейс через 3 часа у нас. Ага. А никто не видел мои очки. Туристическая компания «Дахнико», здравствуйте. Новикова нет, перезвоните позже. Мариночка, Новиков объявится. Набери меня. Здравствуйте. Мне очень жаль. Обычно Новиков себя так не ведет, и если назначает встречу, то, конечно же, обязательно приходит. Но сегодня, я думаю, вам бессмысленно его ждать. Хорошо, я приду завтра. Завтра документы будут готовы, и мы с вами все подпишем. Ой, скорее бы, скорее бы. А вот, кстати, мой первый зам Евгений Новиков. В основном вы будете работать с ним. Ирония судьбы. Ирония судьбы, однако. Ну, знаете, не то слово. Не то слово. Да. А вы знакомы? Совсем немного. Знаете, достаточно. Достаточно, чтобы отказаться от всех наших с вами договоренностей. Всего хорошего. Идиот, ловелас хренов. Господи! 15 отелей евроуровня. 150 миллионов долларов. Но они что, было написано, во сколько она обойдется? И кому принадлежит? Вообще, если бы этот Марк был поумнее, он бы мне лучше спасибо сказал. Ах, так тебе забыли спасибо сказать, оказывается. А за что тебе благодарить, Новиков? Например, за то, что я, соблазнив его невесту, спас его от неблагодарной жены. Ну, можете с ним поговорить, он передумает. Слушайте, что происходит? Вы о чем оба говорите? Это что такое? Может быть, он передумает. Это что такое? Это что, надежда у тебя такая теплится, да? Вера в честных людей? Вы о чем оба говорите? Нету честных людей. А ты что несешь? Может быть, я его... Он его спас. Так. Все. Никакой передачи власти не будет. Некому передавать. Я никуда не ухожу. Новиков, ты лишаешься всех бонусов и премий на год вперед. Будешь пахать за одну зарплату. Не нравится — катись ко всем чертям. Алло, Марк Анатольевич. Понял. Он заключит контракт с дальними берегами. Придется закрывать филиалы, уплотнять, увольнять людей. Черт! Увольнять все равно придется. Новиков,
Займешься этим лично. Позвонишь каждой сотруднице, каждому сотруднику, извинишься, улыбнешься трагически и пошлешь их ко всем чертям. До свидания. А вот это ничего. Пусть остается. Так, Ширяев Максим. Филипп, мужики, пусть остаются. От них проблем меньше, да и в декрет они не уходят. Светлова, Дарья Артурьевна. Это что за мулатка такая? Тут кофе на нее, что ли, в отделе кадров пролили. До свидания. Колокольцева, Лилия Валерьевна. А вот это ничего. Только взгляд какой-то очень умный. Умная баба в горе-конторе. Срочно. Срочно проверять настроение, нас может спасти. Ага. Искать что-нибудь еще. А что именно? Что-нибудь поприбыльнее. Компания Дохнико, слушаю. Лиль, ты чего? Не отвечай. А вдруг ты Новиков? Это он и есть. Алло. Да, здравствуйте, Евгений. Я вас полдня вчера ждала. Нет, вы можете не извиняться. А... Как не... Нет, подождите. Но вы же не можете так... Он очень сожалеет. А мне на улицу с дедом и с ребенком? Подожди, переезжайте ко мне, а? Лиля, он тебе то же самое сказал? Ну, видимо, да. В условиях нестабильного рынка нам очень жаль терять таких сотрудников. А мне интересно, вообще, им действительно жаль людей, когда они их увольняют, или им плевать? Ну, смотри, свой пляж. А? Посмотри. Цветочки. А вот. Смотри-ка. Свой садик, оливковые деревья. А? Рай. Жек, ну ты поосторожнее с этими итальянцами. Это понятно. Но если все, как нам представляют, это же лакомый кусочек упускать нельзя. Ну, значит, туда человечка надо своего послать. Ребят, ну хорош работать, опоздаем ведь. Ну, уже 5 минут как должны были начать. На похороны лучшего друга торопиться не надо. В смысле? Если свадьба – это ритуал, то почему на ЗАГСе нет вывески? Ритуальные услуги? Ты, Жека, стопудово на свою собственную свадьбу опоздает. Если она еще будет. Женитьба – это не лотерея. Для этого нужно много условий. Ага, условия. Ну, давай, по пунктикам, давай, сейчас. Фоторобот, давай, с глазок, глазки. Глазки? Да. Давай, хорошо. Пусть будут глазки, как у Моники Белуччи. Есть. Есть? Так, давай, а губки, как у Татьяны Навки? А это кто такая? Певица. Носик. Макарпичан? Носик пусть будет Катрин Дынёв. Дынёв, ага. Так, давай, овал лица. Кейт Бланшетт. А волосы? Волосы. Как у Гоши Куценко. Нет, давай, как у Маргарет Тэтчер. Какая красотка, блядь. Ничего. Ну-ка, Гоздик. Слушай, скинь-ка мне фотку на телефон. Раз мы вам не нужны, значит и работа наша вам тоже не нужна. Новую работу будем искать завтра, а сегодня будем гулять, сплетничать и веселиться назло этому провидению. Да. Алло, это компания «Отдохнико», где несправедливо увольняют сотрудниц. Ваня, это ты? Еще новости. Слушай, мы можем до вечера подождать. Как? И ты мне это так сообщаешь по телефону? Ах, ты не успеваешь. А я думаю, ты просто трус. Лиль, что еще? Меня Ваня бросил. Лилечка, а кто такой Ваня? Я дура. Я и боялась все сглазить, я тебе его не показывала. А сегодня... Сегодня он женится на другой. Подожди, как женится? И он только что тебе по телефону это сказал? А почему он смс-ку не отправил? Что за день? Ну как такое может быть, чтобы в один день человека сначала уволили, а потом еще и бросили? Лиль, может нам заболеть и умереть еще, а? Так, все, не реви. Не реви?
Я знаю, что делать. Мы нанесем ответный удар. Является ли ваше желание стать мужем и женой свободным, искренним и хорошо обдуманным? Прошу ответить ваш жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Нет! Не поняла? Я ее вообще не знаю. Зато он знает Лилю. Вань, что происходит? Да я и Лилю никакую не знаю. Ну, что он нужен? Лжец. Подлец. Он должен был на ней жениться. И бросил ее в день вашей свадьбы. Как вам это? Нравится? Подожди. Вам нужен такой жених? Вот скажите мне. Да, подожди. Я тебе клянусь. Вань, я... в чем дело? Я клянусь, я ничего не знаю. Вы что, сумасшедшие? Что вы делаете? Где ваша Лиля? Лиля, заходи. Ты можешь плюнуть ему в лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мы, кажется, перепутали ЗАГС. А, извините. Простите. Счастья вам. Пока. Счастья. Извините, пожалуйста. Вот. Не подлец я. Все хорошо. Давайте быстрее, опаздываем. Надо же. Разве такое бывает? У меня постоянно такое случается. Со мной впервые. А если я вас не отпущу, что вы будете делать? Боюсь, что я буду кричать. Не надо кричать. Новик, я так и знала, ты все подстроил, да? Доволен? Что подстроил-то, Кристин? Крис. Я так и знала, что ты все испортишь. Что, Кристин? Я не выйду за тебя, понятно? Почему? Я тебе же объясню. Появился шанс поправить наше положение. Министерство объявило тендер на тему развития отечественного туризма. Проект нужен срочно. Времени в обрез. Есть идеи? Есть идея. Какая? Переспать с женой министра? А дайте мне 2 дня. То есть послезавтра проект будет у меня на столе? Вперед. Зачем вы на меня так кричите? Проект мы выбросили, потому что вы его забраковали. А номер телефона я ее могу поискать в личном деле. Выбросили. А я что, давал такое указание выбросить? И что это вообще за инициатива такая? Идиотская, выбросить? А? И почему ты сегодня дома утром посуду не помыла? А что, надо было? Иди и без телефона не возвращайся. Давай. Выбросили. Это же грандиозный проект. Абсолютное попадание. Уже готовый мне на блюдечке принесли, а она его выкинула. Жек, ну давай кому-нибудь из наших поручим. Может, что-то придумают. Да нет, не успеют. Даже если всем отделом навалить, все равно не успеют. Она наверняка его полгода готовила. Ну да, ты ее уволил, и вряд ли она с нами захочет сотрудничать. А мы поступим хитро. Лиль, возьми телефон, пожалуйста. Алло? Нет, это не Даша. А кто ее спрашивает? Руслан Сибиров какой-то. Алло. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит Руслан Сибиров. Я менеджер русско-американской туристической компании, которая заинтересована в чисто русских проектах. А у нас есть информация, что у вас есть интересная идея. Ну, это прекрасно. Конечно, давайте встретимся. Или это американцы. Я смогу заплатить за квартиру. Ну, теперь Новиков у нас попляшет.
добрый вечер. Добрый вечер. Ну, даже я и не думал вас еще раз встретить. Я тоже. А, не думала об этом. Вообще не думала, потому что у меня, знаете, есть о чем подумать. Присаживайтесь. Спасибо. Даже не верится. Так сидите сейчас здесь передо мной. А если не секрет, что вы здесь делаете? У меня встреча. И у меня? Вы Дарья Светлова. А вы Руслан Сибирь. What's going on in her own mind when she's there gazing into his eyes with all the loving in the world I'll try to understand do my very best to satisfy him when the time's right we'll start